Ребята, и снова всем привет! Сниму еще один видеоролик для вас, как сделать мышку. До этого я снимал видос, но решил вот еще разочек снять. Почему? Потому что колесико начало прокручивать страницу, то есть вот вращая скроллом, и страничка то вверх, то вниз дергается, очень удобно. Прежде чем выбрасывать мышку, вы попробуйте ее восстановить. Возможно, все получится. Лично у меня получается, вот мышки служат долго и все отлично. Итак, поехали. Обратите внимание, мышка сейчас включенная, поэтому ее отключаем от системного блока. Берем плоскогубцы. Удобнее всего делать это все маленькими плоскогубцами, но если нет, тогда берите побольше. Берем какую-то лопатку, либо плоскую отвертку для того, чтобы потом нам две половинки раздать. У меня есть вот такая вот лопатка, поэтому я буду ей пользоваться. Вы можете взять какую-то, допустим, старую пластиковую карту, либо плоская отвертка, так подковырнуть и все. Неважно, разберетесь. Лично у меня мышка держится при помощи одного вот этого винтика. И он находился под вот этой наклейкой. Я уже ее открывал, скрывал, поэтому я спокойно сейчас откручу. Но если у вас наклейка такая есть или две наклейки, то имейте в виду, это такие как бы гарантийные пломбы, поэтому там винтик находится. Если мышка, кстати, на гарантии, то не нужно ее вскрывать, отнесите по гарантии и сдайте, чтобы вам выдали новую мышку. Итак, все, вот он один винтик. В сторонку его откладываем. Теперь мышку эту нужно на две части разделить. Вот, все. Можно руками снять, попробовать. Теперь аккуратненько снимаем вверх. Вот он. Откладываем в стороночку. И сейчас обращаем внимание на скролл. В скролле намоталась ворса. У меня кошка, и вот кошкину ворсу намотал скролл. Поэтому сейчас я буду вычищать вот эту вот ворсу. Удобнее всего это, конечно, делать, это если отсоединить скролл. Ну, смотрите, вот он механизм прокрутки. Поэтому сейчас я его чуть-чуть в сторону отвожу и тем самым вот вынимаю скролл. Видите? Все, отлично. Я его вынул. Теперь убираю вот это все, весь этот мусор, который накрутился. Обязательно вы так сделаете. Скролл можно откладывать в сторонку. Я его вычистил. Теперь делаем следующее. Можно взять влажные салфетки, дальше поднять вот эту схему и этот мусор весь аккуратно влажной салфеткой убрать. То есть сделаем чистку мышки внутри, правильно? Все делаем аккуратненько, чтобы не навредить мышке внутри, чтобы ее можно было нормально потом собрать. Нам нужно будет обжать вот этот вот механизм, видите? Здесь вот прокрутка идет. Берем плоскогубцы и делаем обжатие. Вот видите, металлическое основание. Ну, вы поймете, его просто нужно будет прижать. Сильно прям не давим, чтобы не сломать. Вот так вот раз, с этой стороны. Потом вот здесь вот зажимчики, видите? Вот эти зажимчики пройдитесь еще. Вот раз, вот он снизу зажим, два, и с этой стороны, и вот таким вот образом делаем обжимку. Еще раз повторю, сильно усилия не прилагайте, вы все почувствуете сами, вы увидите, как металл этот будет сходиться. Теперь берем, обратно собираем мышку, теперь вставляем скролл, опускаем его по центру. Вот смотрите, этот механизм можно чуть отогнуть, чтобы скролл попал в отверстие. Вот, оп, все. Отлично. Теперь попробуйте покрутить вот его. Вроде нормально крутится, но вы почувствуете. То есть, бывают проскоки. Если проскоков нет, значит нормально. Вот здесь все обжали. Все, теперь делаем укладку кабеля вот этого. Ну, то есть, как он и был у вас. Все, вроде бы все собрал. Проверяем нажатие скролла. Проверяем, как скролл прокручивается. Мышку подключил, все отлично. Давайте проверим. Вот у меня есть мой канал. И сейчас я просто вот скроллом покручу страницу. Ну, сейчас перейду в раздел видео. Ну, нормально, уже получше. Теперь минуточку внимания. Вы находитесь сейчас в моем компьютерном канале. Если вы впервые на канале, то подпишитесь, ребята. У каждого есть компьютер, ноутбук, планшет. Недавно была ситуация у моего подписчика. Его компьютер пищал непрерывными короткими сигналами. Сейчас я покажу вам этот видеоролик. Вот он. Он заснял эту ошибку мне, отправил в группу ВКонтакте видеоролик. Я ему дал рекомендации, удаленно ему помог. Человек сделал свой компьютер без определенных знаний. А также, друзья, чтобы получить быстрый ответ от меня, я рекомендую писать напрямую в мою группу ВКонтакте. Ссылку оставлю в описании. В Ютубе я отвечаю задержками, а вот в ВК я каждый день. Поэтому переходите в группу, подпишитесь, нажмите эту кнопку сообщения и отправьте свой вопрос. Я вам помогу. А также, друзья, YouTube уже начинает тормозить, поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен – это аналог YouTube. Подпишитесь и в мой Яндекс.Дзен. Ссылку на Яндекс.Дзен я оставляю в описании под этим видео. Но есть один момент.
Кнопка «Подписаться» сработает лишь тогда, когда вы будете находиться под своим Яндекс-аккаунтом, то есть когда вы войдете в свою Яндекс.Почту. Если Яндекс.Почты у вас нет, то создать ее можно за 5 минут. Ссылку также прикреплю в описании, как создать Яндекс.Почту. Поэтому создавайте, переходите по ссылке, подписывайтесь в мой Яндекс.Дзен, а также подписывайтесь и на других своих любимых видеоблогеров. Всем спасибо за просмотр. Обязательно буду ждать ваш отзыв, как вы сделали мышку или не сделали, получилось, не получилось. Я с удовольствием прочитаю ваш комментарий. Всем до новых встреч. Пока-пока.